Погнали в очередной дом. Всем приветушки. Мы снова идем добивать этот зимний ивент игр. Ивентушку. Завтра вам покажем, как он карточку поменяет, да, Игорь? Все ж гладко должно пройти. Так, Бенджамин Тодд. Спугнуть. Паранормальное 25. Бля, туман. Похож на обман? О, объемный. Да пиздец. Объемный. Объемный туман. Я прям вижу, как у меня частота кадров с 30 до 0 опустилась. Да, так ты посмотри. Игорь, встань здесь и посмотри на фургон. Видишь, он размытый немножко. Не, не на фургон, а на вот этот вот, на машину эту рядом, заброшенную. Ну видишь, да. Видишь, она такая, как будто в дымке. Прикольно. А подходишь, она четко. Ты еще камеру не включал в ночном купил. Режиме, когда туман. Вообще ничего не видать. Ой, бля. Все белое, как молоко просто. Опять доска. И два соска. Это я не знаю про кого-то. Явно не про меня. Явно не про тебя. Так, шкафчик есть. О, хорошо. Блин, туман даже из окон такой какой-то, блин. Капец. Я, короче, ничего не фоткала, доску не фоткала. Мне нечем. Понял. Ты что, здесь? Нет. Про печеньки не забывайте. Ага, собираем пылесосим. А, кстати, точно, да. Мне нравится, когда в этом доме они на этом, в гостиной, потому что они часы бьют. Ну да. Прятка в кабинете. Печеньку собрал одну. Там, где кукла обычно сидит, была печенька. Прятка в порошечной. Ширма на втором этаже. Кость на втором этаже. В комнате с игрушками. Мой любимый чемодан на втором этаже. Который я однажды вынесла. Не понял. Это, наверное, первый этаж все-таки. Тор? Где? У меня что-то перед экраном бегает. Прикол. Мухи? Свет. Блин, реально, как будто мошка, знаешь, такая. Софья? Я не понимаю. А ты не помнишь? Свет сейчас включим. На чердаке здесь была какая-то печенька? Да, блядь. Дайте. Нет. Ёбаный ты, вроде. Не все, вроде. Первый, не второй этаж. Свет есть. Ага. Ну, может, тут... мы все собрали уже. Тут, в принципе, есть прятка. Блин... Если что, можно бежать сюда. Чё-то мне кажется, это первый этаж и в районе ванной. Слышала там какую-то активность. Коридор, наверное. Или ванная. Сейчас рядом со мной что-то упало. Где же, где же? Где же упала? Так, мы же о, тут. Ну давай. Лети. Не, арба вроде не будет. Что такое? Я же слышала, что это падало. Слышал опять? Нет. Вот опять, где это? Блять. Ой. Ивент. Ивент, не ссать. Где он? Ну я уже в туалете, чё? Нельзя, что ли? О! Коридор? Коридор? Или туалет? Либо коридор, либо туалет. В коридоре 9, блядь. А в туалете? 12. Не понял. А чё этот работает тут? Кухня? Какая-то хуйня, блядь. О, печенька. Не, не кухня.
Ну, либо этот чудный термометр опять погоду в космосе показывает. Погоду в космосе. Блять. Не понимаю. Блин, что-то мы долго не можем найти, да? Опа! Опа. Что за хуйня? Пьяненько. Блять, куда я орк? Что за близнецы? Куда я кинула это сейчас? Нет, не орк. Не орк. Ага. Понял. Где-где? Ну, пианино. Близнецы, что ли? А где же орк? Какой орк на близнецах? Да, это здесь. Здесь нет орка на близнецах? Так, нет. Не понял. Нет, ну так хули ищем тогда. Вот это, наверное. Какая? Опять что-то кинул. Дверь, дверь. Не понял. Ты вообще где, блядь? Да, реально, он такой везде. Бля, везде, здесь, что, блин, здесь, блядь? Здесь, здесь. За мини. Здесь, кабинет, кабинет. Минус. Пять? О, минус, минус. Ну все, 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 разорался, все, 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 где? Задрочил сразу, да, все. Где? Блять, где радио? Пять? Три. Нашла. Близнецы пока могут быть. А сверчки были раньше, нет? Бля, а так, Катя, беги. Да, убила! Я тебя сейчас найду! Где ты? Где ты, сука? Как так? Бля, Игорь, пизда, ну. Где ты, сука? Катя, где это было? Как где? В кабинете, где это было? Я подумала, что хорошая идея спрятаться в прятку к нему в кабинет. Плохая идея. Надо было бежать как можно дальше. Так, что, заносить? Постучи в окно. Кого? Или потом? Печеньки? Конечно, потом. Надо определить сначала. Что. Ну и ладно. Вот, шейки, еще. Надо кресты раскидать, водички попить благовонной. Софи, ты видишь это? Посмотри на это. Блядь, встать такой по пьяни получилось. Как вы умерли? Как вы умерли? Ну так, чуть-чуть не получилось встать просто. Все-таки 5 января не отошли еще. С кем не бывает. Выпей 2 таблетки, Игорь. У нас 2 и все равно. Я скинула в чат. Поза орла просто. Что, Катя, присела, да? Да, немножечко, да. Здесь. Так, самое ценное в этом доме это пиво. I'm behind you, Игорь. Uh-huh. Самое ценное в этом доме это пиво. Морой, Анрё, близнецы, мимик. Ну, я так скажу. Варпа нет, это не мимик. Бегал не быстро. Ну, точнее... Морой, что ли? Ну, как не быстро? Я хрен его знает. Я далеко-то не бежал. Не могу точно сказать, на самом деле. Так, это соль. Соль мне не надо. Где пиво? А в этом доме я знаю, кому нужна соль. Правда, этого человека с нами нет. В смысле нет? Ну, в катке. Софья такая, не понял. Чё? Нет, в катке, в катке. Так, нормально. Хорошо идет. Где еще? Игорь, на... ты поставил лазерный или нет? Нет. Лазерный у меня за пряткой там. За пряткой у меня там лазерный. Я понял. Поставишь, Игорь, пожалуйста, лазерный? Да, да. У нас не лазерит ничего. Это полный набор, блядь. Там лазерная камера, да. Там все есть. И ЕМП, по-моему, там валяется. Не, ЕМП я скинул уже. Успела. А что нам на морое надо? Блокнот вроде. Но это не точно. Сейчас скажу. Ну да. Смотри, запомнила. Что-то он все больше не активничает.
Картина Репин, приплыли, что ли? Что такое? Что кидаешься? Ой, блядь, из камеры что-то... Ох, пиво было. Сколько, Катя. Я смотрю, ты знаешь, чем нас... А я еще не закончила. Я продолжаю. Немножко отвлеклась. Напиши блокнот. Они как-то картинку на мониторе поменяли, да? Напиши блокнот. Да, она вообще стала убогая. Фиолетовая. Напиши блокнот. Отвратительная стала. Мы же знаем, что ты морой. Мы знаем, что ты морой. Напиши блокнот. Блокнот напиши, а? Откуда вы знаете, что он морой? Да ли я знаю, откуда-то. Чуйка у нас такая есть. Давай, напиши блокнот, мудила. А ты проверял свой рассудок после того, как по радио поговорю? Не проклял он тебя? Нет. Не проклинай меня. Сейчас у тебя 72. Ну это вряд ли морой. Значит, не проклял. Да. Ну либо он не успел тебя проклясть. Почему по два нельзя таскать? Ну что такое? Что ты не справился? Что я... У меня все равно же две руки осталось, если даже я призрак, ну. Она близнецов, что? ЕМП. Лазерный. А, ЕМП. Не, ЕМП, ЕМП. Пошли искать, может быть, ЕМП, Игорь? Да, вот я думаю. Есть у меня один хороший способ получить ЕМП. Рабочий, так сказать. Ты здесь? Да, дай нам знак. Попробуй в радио. Настолько наступало. Дай нам знак. Напиши блокнот. Что бутылка пива, банка пива, делает в прачечной? Ты здесь? Заботливая хозяйка пришла такая, поставила банку пива? Дай ЕМП. Отвечает только одиночкам. Да нет, там не в этом смысле. Там... Даже если ты не один стоишь, если ты говоришь по радио, и рядом валяется где-то ЕМП, то оно обычно срабатывало. Дай нам знак. Ну, он бесится. А, Игорь, ты чё кость не забрал? Я не ходил. А где она? Второй этаж, там, где ширма. А, да я ж не поднимался ещё туда. Дай нам знак. Да ты поднимись, а то вдруг помрёшь. Блин, тебе нельзя помирать. Илья заберёт. Да тебе нельзя помирать. Дай нам знак. Так, напиши блокнот. Где ширма, да? Угу. Не доходя до ширмы чуть-чуть. Здесь? Это вот ладно, вот пиво пришла ты проверить. Ты морой? Ты где морой? Попи геморрой. О, наступил. Блин. Да нет у меня чем сфоткать тебя. Дай ей МП5. Пишет блокнот, это геморрой. Геморрой! Кто покрадался геморрою, как не позвал. Ты блокнот забрал? Нет. Честно говоря, Илья, учитывая, что мы сегодня в ДБД сходили. А где он, блядь? 8 каток. Пошли, на столе. В Фазме это уже 6-я катка? Я бы так не радовалась за себя. Чувствуешь тенденцию, да? Угу. Пошли, Игорь, пошли, бери благовоние, я возьму тарелку и буду исполнять Катю. Очень хорошо, что... Через тарелкой по кругу и орать. Исполнять, говорит, Катю. Я с пола съел. Очень хорошо, что у меня скоро отпуск, я хоть отдохнуть смогу, а то так точно. Недалеко до мороя в реальной жизни. Точно. И это еще в палаточке надо будет сходить. Да, Игорь, садись. Останутся только палаточки. Сел. Да, садись в доме. О, фоткайте. Ивент. Здорово, фоткайте. Привет. Привет. Я пошел туда, в эту мастерскую. Печенье хочешь? Хочешь печенье? Где? Он так на меня смотрит. Что, говорит, пиво? Пиво будешь? Пиво будешь? Пиво. Пиво будешь? Где он? На, бери. Пожалуйста. Так на лестнице стоит, ты чё? А, чё, дурак, что ли? А ты где его искал? Если чё, мастерской шкаф. Него... Атака? Мне жопа... А, нет, это ивент. Ты меня
Блин, слышу. Дай поставить тарелку. Черт. Мне кажется, он бесится поставить. От того, что я пиво у него вытаскиваю из дома. Ну, я бы бесилась, по крайней мере. Тарелку. Тарелку съешь. Если бы у меня столько пива вытаскивали. Игорь, ты спрятался? Да, я в мастерской. Я за благовонием пошел. Игорь, мастери скворечник. Угу. Какой странный морой, он везде успел походить. Ножовка есть, молоток есть. На кухне раскидано, значит, это. Да. После того, как ты сказал, я думал, что это близнецы. На кухне раскидана сковородка. Спрей, ну, от мух. Да. Ешь, он как-то долго ешь. Себя не выдавал, да? А потом как начал? Ешь тарелку. Я здесь, присмотритесь, тарелку. Вы что? Или я. Даже призраки фарфором не питаются. Ну ладно, съешь печенье, так и быть. Печенье съешь, блин. Тарелку не ешь, сервиз дорогой, бабушкин. Беги! Ну ты, конечно, дурачок. В порошковую беги. Бенджамин. Батхан. Так, это не мое. Это мне не надо. И зачем мне твои стаканы? Пиво давай. Это не мое. Катя такая, это не мое. Это какой-то шмурдяк. Все. Че он не ест? Печеньки. Печеньки не ест. Переложи куда-нибудь. В рот ему желательно. Я на стол поставил. Уже куда ему перекладывать? Да в рот ему надо, в рот. Да? Как это... Как это, какая-то там была подруга в этом году в баре, которая все время кричала «В рот!», когда начинала атаку. Так Фрея вроде. Фрея, да. Фрея, да-да-да. «В рот!», поэтому нихуя себе. Я чую, что я сейчас серию так назову. Я чую, что мне сейчас пизда. Не, ну не самый плохой исход событий, я тебе скажу. В жизни так-то. Гораздо хуже, если бы тебе слово из трех букв. Согласен. Мне жопа, да? Не знаю. Я на улице хожу, пиво перетаскиваю. Вот, все, что накрафтила. Под названием Юх. А что, все? Нет? Самый. Ну, атака закончилась, например. Ой! Основная задача не выполнена. Моя выполняется. Миссия не выполнена. Ага. Выполнена. Выполнена, Икарь. Ты сказал Икарь? Икарь, икай уже. Воу-в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 оу! Что за дискотека? Ты благовоние зажег? У нас задание. Нет, я не успел. Диогена, прячетесь в прятках? Какого Диогена? Какого Диогена? О, Морой. Морой. Софья, мне, конечно, нравится, что ты думаешь, что я непобедимый. Не понял. Уже три раза спрятался, Софья. Вы что, спрятались от Диогена? Софья, слышишь это? Боже мой. Да короче, у нас тут призрак кружку кинул. И кружку около окна такие звуки странные издала. Я думаю, что за звук? Так, ты просто так не проходи, если ты выходишь. Бери три бутылки пива и тащи фургон. Я-то только по одной таскаю, понимаешь? Неудобно. Не, жестянки все взял. Что же я как будто вас не люблю. Все в стекле беру. А я вот вас не люблю, видимо. Не, мне... Мне вообще не нравится, как благовоние горит. Жестянки таскаю, чего? А, да. Они пойдут, Катя, после того, как мы все бутылочные допьем. Ну чё? Спугивать будете или поехали? Нет, пизду. Да, поехали. Поехали. Чё, смогли, перетаскали? Да-да, тут. Лежит. Чё кланишься? Конничива! Аригату! Васаки намасте. Чего-то там хуй знает чего. Ой, блядь. Сука, точно скоро геморрой будет, блядь. Ну все, последний домик остается.
Точнее, нет, палаточки. Перекурить надо. Перед ответственным моментом паузы. Угу.